Поострее даже как бы смотрится, подходы у него посимпатичнее. И вот первый в матче момент. Футбол. На общем плане мы только сможем оценить, что фол был. Ты считаешь, нет? Давай и еще разок, но мне кажется, корпус убирал Компани. Куда? Нога была, да, 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 через бедро. Касорла бил в последний раз пенальти в Арсенала. Да почти. Джохар, по-моему, даже зацепил, да? У сердца показалось, что Санти Касорла решил с судьбой поиграть. Но пробил хорошо. Тут единственное, что... Навас этот может еще дальше пройти. Еще дальше в лицевую и бьет поворотом. Вот и Оспина с оценкой. А мяч остается пока в штрафной. Я ведь... Здесь Коклин отрабатывает за двоих или даже за троих. Сильва, прострел, опасно. Как мяч не залетел в ворота и почему Йовидич не выставил ногу? Немножко аж задохнулся. Да. Нога Лорана Кассельне. Но ему уже в штрафной Пермер Тезакер. Подача следует на Оливье Жиру. Жиру 2-0. Один прямой удар с пенальти. И навес со штрафного, который конвертировал в гол Оливье Жиру. Он ушел от Фернандо и кивком головы, не выпрыгивая, спокойно переправляет мимо Джо Харта мяч в сетку ворот. Аккуратно, так, как в баскетболе, знаешь, вот забивают не сверху, да, а с щита. Спокойно ножку представил, чтобы точно не промахнуться. Он уже знал, что тут, конечно, Харт, нет, он опустил мяч в газон, не доставался этот мяч никаким образом, ни одним, ну я не знаю.